Абрау-Дюрсо – это настоящая территория йоги для всех направлений, стилей. Потому что, будучи сегодня здесь и практикуя на видовой площадке с потрясающим видом, мы созерцали прану. А что такое прана? Это жизнь человека. Это активная составляющая эфира, которая животворит все живое. И если здесь ее достаточно, а поверьте, с моим небольшим опытом 22-летней практики, ее здесь предостаточно для того, чтобы это послужило толчком и для опытных практиков качественно изменило их, и они уже от телесно-ориентированных практик перешли к углубленным, созерцательным, медитативным практикам и действительно начали изменять свою карму и работать с тонкими планами. Ну и как и для начинающих, потому что здесь все способствует для того, чтобы начать, чтобы был грамотный, квалифицированный старт, и чтобы вы дальше, продолжая двигаться по пути осознания, сделали данные технологии своим помощником, своим инструментом, и чтобы это вам помогло в жизни. Добро пожаловать в Абрау!